Завод находится в черте краевой столицы. Его планируют расширять, но производство должно быть безопасным как для природы, так и для людей. Вопросы экологии для меня, для краснодарцев, являются очень важными. И тем более, если мы будем вести речь о расширении завода, то есть вот эти требования к экологичности производства – это требование номер один. То есть мы ни в коем случае не можем допустить, чтобы в погоне даже за большим производством, за его расширением, мы потеряли самое главное – это экологически чистый принцип работы самого завода. То есть для нас очень важно сохранить принципы экологической безопасности. Предлагаю вам, чтобы, допустим, экологический контроль над экологической ситуацией на предприятии был публичным. Он должен быть прозрачным. В ближайший год проводить различные мероприятия для того, чтобы это поддерживать и развивать. Это очень важно для нас, вы очень правильно говорите. Да. Наша рентабельность, часть мы готовы распределять на экологические вопросы, социальные и другие важные вопросы для города. Краснодар «Эконефть» – один из старейших заводов на юге России. Ему исполнилось 106 лет. Это единственное предприятие в стране, где производят топливо для реактивных двигателей марки Т1.